добрый день. 13 часов в Москве. Я снимаю погоду в Лазаревском. 23 февраля, День защитников Отечества. Праздник. Дорогие мужчины, зрители моего канала, с праздником вас! Счастья вам, здоровья, удачи, мирного неба над головой. Даже солнышко для вас выглянуло сегодня, потому что эти дни предыдущие были дожди, 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 очень дождливыми. Немного ветрено, поэтому шторм, наверное. Я вам только шум, вот море могу подарить. Еще раз с праздником вас, дорогие мои!